сегодня надо поработать. Эй, Тоби, твоя бригада готова? Да, завтра будем заливать цемент. Они мне очень пригодятся. Сигнал с костюма. Человек-паук, счастливого тебе Рождества! Человек-паук! Дорогу Человеку-пауку! Шестерни. Клевый костюмчик. Торговцы оружием. Торговать оружием посреди улицы? Смелость или глупость? Нет. Ты заплатишь мне столько, сколько сказал. Надеюсь, это водные пистолеты. Что, нет? Тогда я должен вас остановить. Ты мой! Дело пахнет керосином, парни! Осторожно, паутина! Паук у меня на мушке! Ведь бы подумал, куда лезешь! Какого? Он свалил на сердце ночи! Попался! Ты у меня получишь, дух! Я вижу его, но я его не вижу. Попался у шлепах мелкий. Я ему все кости переломаю. Раздоп... Я не затем сюда шел. Раз будьте потише, ну или просто не совершайте преступлений. Это будет весь доком. Надеюсь, копы не против паутины. Камки, я в очередной лаборатории Роксона. Класс. Надо вырубить реактор. Я подключусь к ним через сигнал с костюма. Есть! Поделишься суперсилой. Эй, попадилась!
Что там? Так много жертвователей сразу? Вам самому не стыдно? Грабить бросьте! Я вам не дам забрать эти деньги! Тебя это не касается! Такое чувство, что тут полгорода пауку стучит! Всех ему не перебить! Я из тебя дымную сделаю! Держите меня, ходячий клоун! Вытащите меня! 1-0 в пользу Человека-паука. Снова будет нужна помощь. Ганке, я в очередной лаборатории Роксона. Класс, надо вырубить реактор. Я подключусь к ним через сигнал с костюма. Опутанный механизм. Есть! Я вошел. Ты тоже? Уже влез в их систему. Защита у них вообще ни о чем. Как туда попасть? Спускайся по лестнице. Включишь электричество, я открою дверь. Электричество — моя специальность. Надо зарядить. Произошло. Ты видишь силовые реле? Что тут происходит? Уже скоро. Соединяй дальше. Вот и все. Отключение замка. Есть! Реактор дальше впереди, на первом этаже. Знаешь, раз уж мы верны компании, было бы здорово, чтобы и она была верна нам. В каком смысле? Сосед узнал, что я работаю на Роксон, и хотел выгнать меня из квартиры. И что Роксон будет делать? Бороться с ним — это самое меньшее. Нашего снять! Думал. Тревога! В смысле? После того, что случилось с Роксон-кланом, нас снова не
Отбой. Все чисто. Код синий! Мы ищем Человека-паука! Вас понял! Оружие к бою! Кто-нибудь прикройте! Пора байки, иди. Бро. Снять предохранители! Кто-нибудь, помогите мне! Прикройте! Что, не ждал такого? Исследований на формах, чтобы скрыть его токсичность. И тем не менее, теперь все знают, чем занимался Кригер. Это да. Роксон заслужил такую известность. Теперь ты мой! Держите его! Знаешь, наверное, твое. Тебе конец, человек. На позицию атакуйте. Все вниз. Мы достали его. Противник в воздухе! Тут человек поможет! Дай ему сбежать! Готов стрелять! Ты кончи! Не лезь не в свое дело! Да, лови! Еще немного! Держать человека по рукам! Закон здесь это мы! Thank you.
Шустрей думай! Хватит сопротивляться! Ладно. Нельзя, чтобы кто-то пострадал из-за реактора. Надо его закрыть. После остановки реактора здесь все выключится. Но тебе будет плохо. Я должен закрыть лабораторию. Больше некому. На том компьютере может быть что-то ценное. Звезда Роксона, вам нравится каждый день работать на благо общего будущего? А? Ого! Хорошо, что я не плюхнулся прямо туда. Нужно остановить вентилятор. Паутина плюс крутящиеся лопасти равно сломанный вентилятор. Я понимал, что у Человека-паука есть враги, но даже не думал, что в их число входит Рокс. Да, они еще более продажные, чем я думал. Судя по тебе и дяде, похоже, у вас на роду написано разбираться с Роксоном, а я тупо за компанию. Без тебя я бы не справился с этой злодейской корпорацией. Спасибо. До связи.
деньги! Надо телефон! Надо вмешаться, пока не случилось что-то ужасное. Я не взяла телефон! Врешь! Эй, прекрати! А, блин, это же паук! Я его нашел! Он мой! Будешь знать, как донимать людей. Спасибо. Если бы не ты... Извините, что так вышло. Бежавшие зэки взяли заложников и перекрыли улицу. Я вижу беглых зэков и... заложников. Надо их спасти. Как я соскучился по настоящей. Некуда, Кастос! Я его вижу! Это наш район! Ты за это заплатишь! Руки вверх!